Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня с вами продолжаем прохождение кошмарок восьмых. Я на этом аккаунте прохожу восьмые на три звезды. Вчера я прошел, наконец-то, ну я уже давно прошел кошмарку 8.1. Сегодня у нас кошмарка следующая 8.2. Будем пробовать пройти опять же на три звезды. Кошмарка, в принципе, сама по себе несложная, как обычно, агрим на душика. А дальше будем пробовать включить Атланта, и чтобы все некросы посливались. Вот, то есть, ну, Атлант без Атланта, конечно, без доната тут ловить, я думаю, нечего. Так, отлично, убили у нас 32%. Можно уже выкидывать Фрейку. Так, я опять магию не взял. Ну ладно, попробуем. Попробуем без магии, посмотрим, что у нас получится. Так, Ледяха рядом включился, ну, в принципе, это не страшно. Так, не самое главное, чтобы у нас Фрея выжила. Так, Нет, душек живой, Фрея все-таки слилась. Видите, без магии немножко не то. Так, у нас получилось 59%. В принципе, посмотрим, как оно дальше пойдет. Ну, такого варианта должно нам тоже, в принципе, хватить, чтобы на 100 зафармить. Единственное, как видите, Фрейя без уклонения, к сожалению, проседает и довольно-таки неплохо проседает. Попробуем сейчас, посмотрим, что у нас получится. И все-таки Фрей слили 75%. Ну, надо магию брать. С магией будет попроще. Так, соберем магию. Раз. Я беру сюда атакующую магию. Так, поехали. 7,2. Опять же, выпускаем с душика. Так, Атлант не успел включиться. Так, ну Атлант здесь накросов ушатывает, они сами убиваются, и больше у нас некому снимать, по сути, бафы. Это очень хорошо. Так, ну пробуем, наверное, центр немножко подбить. Пробуем Минотаврика. Минотавр ударил. 47% у нас есть уже. Отлично, попробуем отсюда включить. Таким вот образом. Ледяшку. Так. Так, немножко дальше он зашел. Отлично. 74%. Ну давайте я заморозку закину подальше. Я думаю, мы тут сейчас должны без проблем эту подземку зафармить с этой попытки. Минута 47. Так, Фрей у нас ушатали. 84%. Кидаем магию. Кидаем седнушку. Она резнула. 98. Так, а чё, Фрейку не резнули? Пипец. Вот это западло. Посмотрите, так же, как и вчера. Это просто чисто западло. Осталась одна таблетка. И Фрейя не резнулась у нас. Да, люблю подземки.
98%. Конечно, шанс того, что душек попадет за 50 секунд, хотя, в принципе, сейчас посмотрим. Вот ударил 35к удару душика. Так, опять попал. Блин, ну шанс есть, 30 секунд. Конечно, душек. Как видите, куча топовых героев. Вроде, казалось бы, и Фрея должна нормально держаться, тащить, но сливается все-таки. Блин, чуть-чуть не хватает. Даже если кролик, наверное, здесь у нас ударит, нас это особо не спасет сейчас. 17 тысяч. Последний удар, блин. Офигеть. Так, ну давайте будем пробовать еще. Я думал, будет там первый-второй заход, и мы без проблем затащим. Но, как видите, не все так просто. Так, пробуем опять же подальше. Выкидываем душика. Ждем, когда подбегут голуби. Смотрим так, чтобы Некрос, когда он бьет, именно после удара выкидаем Атланта, чтобы на следующий удар они слились, потому что можно так кинуть, что они его убьют до того, как он активируется. Так, ну в принципе слили, как видите, сейчас вот нормально вроде все слили. Неохота, конечно, запускать его возле малыша Ника. Так, давайте кидаем Ледяху. Ну, Ледяха, включись. Так, Ледяха включился у нас на дальнем расстоянии. Давайте попробуем. Так, ударил. Отлично. Добиваем. Так, пробуем там, где побольше у нас ударить. Заморозку, наверное, я оставлю все-таки на самый конец. Так, выпускаем Фрейку. Так, 81% у нас. Фрейя сливается жестко причем. Даже никакой там инвиз ее не спасает. Как ни странно. Видите, сюда надо уклонение на героя. Так, Седнушка, бум, 91. Ну, Седна. Блин, Седна, конечно, классный герой, но опять она не резнула Фрейю. Это просто ужас какой-то. Ну, давайте подождем. У нас осталась заморозка. Посмотрим, может, какую-то таблетку мы все-таки унесем. Но у нас 4 таблетки, я смотрю, осталось. Блин, и все они под магией, к сожалению. Ну, сейчас посмотрим. Так, одну ушатали. Осталось 2. Надо смотреть, куда именно попадет еще эта магия. Так, ну вроде все, пробуем. Хватит, не хватит, вроде. Блин, опять. Не, все-таки есть. Ну вот так вот, в принципе. Подземка это намного проще, чем предыдущая, потому что здесь очень мало, как видите, строений и юнитов по сравнению с первой подземкой. Там многие обычно пишут: вот я, у меня есть то, я тем прошел. Ребят, во-первых, я когда прохожу подземки, я никогда не смотрю, как кто-то проходит. То есть я стараюсь проходить сам своими героями. Во-вторых, еще раз повторяю, у каждого свои герои. У одного есть такие герои, такие прокачки. Некоторые пишут, можно брать сюда Зефира, там Зефиром проходить, 50% он набивает. Да, он набивает, если он на определенной сборке. Так, окей. Ну что, пробуем тот же самый вариант. Так, Атлант вроде включился и довольно-таки неплохо.
Смотрите, как половина посливались. Так, отлично. Давайте попробуем ледяху включить. Что-то ледяха вообще вроде и включился, вроде и там бил. И видите, на отражалках просто слился сразу. Как-то очень странно. Так, выпускаем Фрею. Ничего себе, у нас там душик прям в стане. Минотаврик ударил. Ну, на две звезды-то мы пройдем однозначно. Нравится мне, как эти срабатывают. Душика ушатали. Нифига себе. Прикольненько. Вот, смотрите, бум, 90%. Как вам? Блин, опять душика убили. Ну что за фигня? Вся надежда на то, что Фрея. И Фрея все равно слилась. Так, окей, смотрим, что у нас по таблеткам. Не знаю даже, что мы тут сможем сделать. Они все так в разброс. Но давайте попробуем вот так вот здесь ударить. Но эту нижнюю таблетку мы не достанем, к сожалению. Тут, допустим, этих две мы заморозкой добьем, я надеюсь. 97%. Так, 97%. 97%, и у нас осталась вот эта вот одна. Там не хватит нам, видите, чуть-чуть не хватило. Совсем чуть-чуть. А, есть еще одна таблетка. Ну, так вот. Видите, по-разному бывает. Ну, давайте еще разок попробуем. Кидаем душика. Агрим всех на душика. Я опять магию не взял. Я красавчик. Но ледяха, видите, вроде он и начинает бить, и он сразу же тем временем сливается. Это так я. Чисто ради интереса выпустил всех посмотреть. Но эта подземка тоже проходится на две звезды, в принципе, легко. Как видите, мы только что чуть не прошли ее на три. Но немножко нам не повезло. Давайте еще разок попробуем. Так, кошмарка. Попробуем немножко подтянуть в другую сторону. Плант у нас не включился сразу. Проблемка есть. Вот их разбросы, блин, они вечно мешают. Ну, в принципе, атлант с железкой здесь будет у вас тащить. Самое главное, чтобы его не слили до того, как он включится. А душек, конечно, здесь реально кайф. На душика можно свободно агрить и не париться. Так, атлант включился, все махатмы посливались. Ну, практически все. Так, душек что-то у нас... Так, давайте попробуем такой вариант. Заморозку и включить... Посмотрите на ледях, он просто тупо не включается даже. Так, ладно, пробуем. Пробуем дальше. Минотавр 44% нам дал. Сейчас пусть убьют Фрея, можно будет тогда треснуть седну их опять. Нифига себе. Посмотрите. Реально всех просто тупо 59. Так, опять у нас без вариантов. Ну тут Седна и Фрея, но Фрея, как видите, вообще печально. Сливается полным ходом. Сейчас она должна уйти в инвиз и нормально себя отхилить, и нифига. Не срабатывает так, как надо, к сожалению.
Так, а ну-ка давайте сделаем немножко другого Минотаврика. Вместо железки поставим сюда пакт. Вытаскиваем обратно всех. Так, атлант включился, отлично, все посливались, то что нам надо. Так, пробуем. Минотаврик ударил, нифига себе, даже душика слили, но ну, это вообще пипец. Так, 86%, и опять смотрите, один атлант остался. Это какое-то наказание, вот реально, как они так попадают, я же не знаю. Так, пробуем еще разок. Вот посмотрите, душика просто слили. Тупо взяли и слили. Ледяха сливается на отражалках при включении сразу же. Да. Давайте последнюю попытку еще разок попробуем. И потом испытывать удачу еще раз. Так, атланты слили. Не успели. Да что за фигня? Короче, не хочет эта подземка. Чтобы мы ее прошли на 3 звезды. Так, отлично, включились. Поехали. Да, он побежал. Ушиком, конечно, еще проблем. Так, отлично, атлант включился. Махатмы посливались. Душик слился тоже. Прайку выпустили. Минотавр ударил. Ледяха вроде как бы только что включился, но видите, он на отражалках сливается, причем полностью. Так, пробуем такой вариант. Седнышко у нас сейчас резнет. По идее. Без комментариев вообще. Даже в инвизии, ой, тьфу ты говорю, инвизии, не у Язи, она просто тупо не рисует. Как мне это нравится. Давайте попробуем еще разок. План слился. Так, Минотавр ударил, выпустили Фрейку. В принципе, можно тут и вот так вот сделать заморозку и выпустить Ледяху. 50% у нас будет. Смотрите, что делается. Фрея. Все, Фрея слилась, остался душек. А, так, ну что, пробуем. Пробуем вариантик
треснуть опять. Но Минотаврик 91%, ребят. 91, и у нас остался один душегуб. Рая, как обычно, у нас слилась. Так, 91%. У нас осталось две таблетки наверху, одна таблетка здесь и по центру. А, нет, еще одна есть и башенка. Шанс, конечно, как обычно. 93. Слишком много целей. 94. Ну, конечно, если кролик будет правильно бить, он, думаю, может и затащить. Осталась одна таблетка наверху, смотрю. Так, 50 секунд. Знаете, знать бы, куда выпускать, выкидывать магию. Не, скорее всего, мы тут не затащим. В общем, будем пробовать. Думаю, это завтра пройти. Вот видите, кролик ударил, но маловато. Не хватит нам зоны. 96%. Таблетка. Да, тут, конечно. Ну, зато прошли 8-2. В общем, будем пробовать 8-3 на 3 завтра. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.